Поздравить юбиляра в этот день пришли заместитель главы города Антон Шестеряков, начальник отдела социальной защиты населения Десногорска Злата Бриллиантова, председатель городской общественной организации «Комитет солдатских матерей» Валентина Рожкова, председатель городского совета ветеранов Игорь Журавлев и журналисты города. Каждый из гостей вручил цветы и памятный подарок Николаю Кирилловичу и пожелал ему от всей души крепкого здоровья, уважения и любви близких. Прежде всего, обращаюсь от всех наших ветеранов города, ну и от прежде всего от тех ребят, которые воевали. Вы всегда для нас были образцом выполнения долга перед Родиной и перед народом. Мы, правда, не выполняли наказ нашего народа, но мы выполняли долг перед государством. И вы для нас были всегда примером. Если бы мы там неправильно себя повели, то был большой позор. Поэтому огромное вам спасибо. Ветеранам и их близким важно, чтобы о них помнили. С каждым годом участников той страшной войны становится все меньше. Забота о тех, кто еще жив, это наш долг. Визиты чести в Десногорске – добрая традиция, которую поддерживают все общественные организации и предприятия города.